Красноярске началось общественное обсуждение планов ремонта дворов и междворовых проездов. С этого дня красноярцы, недовольные благоустройством территории вокруг своих многоэтажек, могут оставлять на сайте мэрии заявки на ремонт проездов, установку песочниц, строительство парковок и многого другого. Общественное обсуждение планов ремонта в Красноярске пройдет уже в третий раз. За предыдущие два года было реконструировано почти 400 дворов. В этом году у горожан больше шансов попасть в списки счастливчиков, ведь обсуждение стартовало на 3 месяца раньше обычного. Тем более в департаменте городского хозяйства заявили, в этом году списки дворов, подлежащих ремонту, скорее всего, увеличат. Напомню, что по результатам обсуждения в прошлом году дополнительно удалось отремонтировать 78 проездов и 5 дворовых территорий. Мы надеемся, что динамика данных, дополнения данных объектов будет гораздо солиднее, чем в прошлом году.